Я вас приветствую всех, кто находится у нас в аудитории и не в аудитории. Сегодня мы с вами проводим семинар под названием «Расширенные аналитические возможности Excel с помощью надстройки пакет анализа». Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Я являюсь преподавателем Центра специалист при МГТУ имени Баумана. Статусы мои вы видите. Это мастер офиса 2013, соответственно, эксперт Word Excel, специалист по PowerPoint, ну и педагогический стаж более 18 лет. 7 лет из них уже работаю здесь в специалисте, и более 5500 слушателей уже прошло обучение у меня в группах. Вот. Значит, курсы, которые я преподаю, ну, те, кто у меня уже был, примерно знают. Базовая компьютерная подготовка для слушателей, взрослых и детей, а также школьников и старшеклассников. PowerPoint, 3 уровня Excel и 2 уровня Word. Ну и отдельно там еще и интернет иногда подцепляют в расписание. Что касается нашего семинара. Значит, мы с вами рассматриваем пакет анализа в Excel. Это надстройка. Ее нужно будет устанавливать. Как устанавливать, мы с вами тоже разберем. То есть установка. Немножечко обзор. Такой буквально там пару слов. И рассматриваем более подробно несколько вариаций анализа. Это дисперсионный, корреляционный, ковариационный и раздел описательная статистика. Во-первых, что такое пакет анализа? Значит, пакет анализа – это возможность подключить к стандартным возможностям Excel аналитические процедуры, которые в Excel по умолчанию не установлены. Фактически, вот все, что мы будем рассматривать на сегодняшнем занятии, можно и с помощью обычных функций взять из категории «Статистические». Но, допустим, если нам нужно сравнить один столбец с другим столбцом, это все просто. А если у нас исходных данных там 50 столбцов, и для каждого столбика писать отдельную функцию, это, конечно, нереально. А вот пакет анализа позволяет нам эти вещи выполнять, эти вычисления выполнять буквально, ну, там, нажатие на пару щелчков мыши, и все готово. Итак, во-первых, для чего нам нужны вот эти вот дополнительные возможности? Где они применяются? Вот работаете со статистикой кто-нибудь? Хоть немножечко. Не? Никогда? Но я вообще знаком со статистикой. Ага. Вот какие задачки обычно решаются? Ну, проанализировать, допустим, данные какого-то исследования и сказать, что? Найти зависимость чего-то от чего. Зависимость одного фактора от другого. Или простейшие статистические функции. Найти минимальное, максимальное, среднее значение внутри диапазона, а мода, медиана. Знакомые понятия? А чем мода от медианы отличается? Медиана – это средняя, а мода – что-то сейчас не помню. А мода чуть-чуть сдвинута от медианы. А мода чуть-чуть сдвинута от медианы. Да. Ну, на самом деле, медиана как рассчитывается? Мы берем с вами массив, да, и просто отсчитываем первые, последние, потом предпоследние, второе там, и так далее, доходим до середины. Если у нас нечетное количество элементов, значит, центральное это как раз и есть, да, медиана, а если у нас четное количество элементов, то центральные два, и при них, для них мы считаем среднее арифметическое, то есть суммируем и делим пополам. Вот так рассчитывается медиана. А мода это на самом деле максимальное количество повторений какого-то элемента. То есть есть ли элемент, который... чаще всего встречается. Вот. Ну, немножко так по теории. Так, случайно. Сейчас кто-то мне вопросик задал. Так. А, нет.
Так. Как-то так интересно. Какой-то символ пробежал в настройки. Кстати, товарищи вебинаристы, если хотите задавать вопросы, у вас есть чат. Я буду время от времени на него за ним прослеживать. Итак, значит, выяснили. Ой, аккуратненько со звуками. Итак, значит, когда у нас используются статистические возможности для решения научных задач, инженерных каких-то, что у нас еще идет? Биологи часто, врачи используют. То есть, да, таблетки статистические. Верно. Подходит, не подходит, да? Сколько человек умерло, пропив таблетки, да? Сколько осталось живыми? Правило, зависимость от аллергических реакций, не характерных реакций на этот препарат. Все правильно. Хорошо, то есть вообще широкий круг пользователей у нас с вами используют вот эти вот возможности статистики. Итак, начнем мы с вами с того, что в Excel попробуем установить этот пакет анализа. Как я уже сказала, он не предустановлен в программе, поэтому что мы с вами должны сделать? Мы должны зайти в раздел «Настроек Excel», найти там подраздел «Надостройки», найти нужную и, соответственно, ее установить. Значит, для этого открываем Excel. Можно прям тот файлик, про который я вам говорила. Можно с чистого листа. Итак, заходим в раздел «Файл» или на вкладку «Файл», «Параметры». В диалоговом окошке «Настроек параметры Excel» ищем «Надостройки» раздел. С левой стороны вот здесь вот списочки. Теперь в нижней части поле управления. В этом поле нам нужно выбрать «Надостройки Excel», но оно по умолчанию стоит. И нажать на кнопочку «Перейти». И дальше вот в этом диалоговом окошке мы выбираем с вами пакет анализа и жмем на «Ок». Что должно произойти? На ленте... На вкладке «Данные», вкладка «Данные», в самом конце, в группе «Анализ» должна появиться кнопочка. Либо пакет анализа, либо, как вот у меня сейчас английский вариант, это «Data Analytics». Анализ данных. Да, анализ данных и должно быть. Угу. Вот. Почему у нас так... Скорее всего, из-за того, что у нас то русская, то английская версия Excel устанавливает, то есть он имеет возможность ошибаться. То есть какой вариант? Ну, давайте мы с вами откроем сейчас эту кнопку и посмотрим, что нас ждет. Вот. Некрасивая английская вариация. Значит, когда мы открываем пакет анализа, нам программа предлагает выбрать один из... 19 вариантов инструментов. Что это за инструменты? Это инструменты анализа. Дисперсионные, корреляция, ковариация, статистика описательная. Несколько вариаций тестов F, T и Z-тесты. Это возможность генерирования случайных чисел, ну и так далее. Значит, принцип работы очень простой. Значит, мы с вами открываем вот эту команду, выбираем нужный инструмент. Сейчас, секундочку. Далее в диалоговом окошке. Так, не туда. Вот. Мы выполняем некоторые настройки. То есть мы говорим... В основном во всех настройках идет входной интервал, какой у нас будет, то есть наша табличка с исходными данными. Мы говорим, как ведется группировка, но здесь фактически мы с вами указываем, по каким направлениям ведутся данные, то есть по вертикали, по столбикам или по горизонтали. И с помощью вот этого флажка «Метка» помечаем, нужно ли нам забрать из этого диапазона заголовки. Для того, чтобы сформировалась таблица выходных данных.
красиво. Если мы этот флажок не устанавливаем, то у нас в результирующей таблице будет написано столбец 1, столбец 2, столбец 3 или строка 1, 2, 3. То есть ничего не понятно будет. Поэтому данный флажок мы почти всегда будем устанавливать. Затем параметры вывода. Здесь мы говорим о том, где будет расположен выходной интервал, то есть с результатами. Либо на нужном листе в нужной ячейке, начиная с нужной ячейки, либо он будет создавать новый рабочий лист автоматически, либо новый рабочий файл. Но чаще всего мы говорим, в каком интервале. То есть рабочий лист и рабочую книгу очень редко применяют. Вот. То есть мы заполняем настройки этого диалогового окошка, жмем ОК и фактически получаем таблицу результатов, а потом уже анализируем полученные результаты. А не проще делать рабочий лист? Да без проблем. Без проблем. То есть, в принципе, чем хороший выходной интервал, вот этот вот пункт, тем, что вы видите таблицу источника и рядышком результаты. А, понятно. Ну вот. Если новый рабочий лист, то таблица источник на одном, а результаты на другом. Итак, значит, что мы с вами сейчас сделаем? Мы попробуем выполнить дисперсионный анализ. Итак, первый вид анализа, дисперсионный. А в чем он заключается? Во-первых, мы с вами должны выяснить, является ли установленный фактор причиной изменения второго фактора и второго диапазона. И если да, то с какой точностью это зависит. Ну, то есть, есть сильная зависимость и несильная зависимость. То есть, есть зависимость или нет. Сильна, не сильна. Вот. Условия для корректности работы. Выборка, которую мы с вами используем для анализа, должна быть частью нормально распределенной генеральной совокупности. То есть, из основной совокупности наших исследовательских данных должны быть взяты. Вот. А нормальное распределение о чем говорит? Такой колокол, короче. Колокол, да. Да, да, да. То есть, если мы начертим график, то у нас с вами получается как бы действительно колокол. Концы близко к нулю, такая шапочка колокообразная. Гаусса, да? Да, 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 да. То есть, но в наших случаях, в наших задачках мы этому условию удовлетворяет наши выборки. Поэтому мы сейчас с вами быстренько все это проанализируем. Но перед этим, какие виды дисперсионного анализа существуют? Их три в данном случае. Это однофакторный и два вида двухфакторного. Первый вид – это двухфакторный с повторяющимися значениями, то есть внутри одного диапазона могут быть повторения данных. И второй – двухфакторный без повторений. Ну, понятно, да, что к чему. Итак, мы рассматриваем с вами однофакторный, и задачка у нас с вами будет такая. Установить, влияет ли метод подачи материала, то есть устный, письменный, да, или визуальный, или аудиальный, ну, к примеру, да, влияет ли метод подачи материала на продуктивность воспроизведения. Для того, чтобы выполнить это исследование, у нас, допустим, были взяты три группы испытуемых по 5 человек в каждой группе. Каждой группе давали свой метод подачи материала. Результаты были сформированы в виде таблицы, где в виде 10-бальной оценки мы определяли, насколько продуктивно было воспроизведение. И получили вот такую вот табличку. Значит, для того, чтобы потом получить какой-то результат и сделать вывод, предполагается в статистике формировать или формулировать гипотезы. Нулевую и альтернативную. Так вот, нулевая гипотеза у нас с вами такая будет, что способ подачи материала не зависит, продуктивность, производительность, воспроизведение не зависит от способа подачи. Ну и альтернативное – это обратное, да, что зависит. Угу. Так вот, мы сейчас с вами посмотрим, действительно, зависит или не зависит.
Для этого мы берем нашу с вами табличку. Табличка, которая находится на листе «Дисперсия» в нашем файлике «Пакет анализа». Работа достаточно простая. Мы встаем в любую ячейку, открываем наш пакет анализа инструмент, выбираем дисперсионный анализ. У меня это вот ANOVA и однофакторный. Да. И жмем на ОК. Вот такая непредвиденная ситуация. Сейчас будем разбираться вместе. У кого русское, у кого английское. Итак, входной интервал. Это наши данные, как выделять. Выделяем только результаты исследования, то есть название метода и результаты. Далее, группировка у нас идет с вами по столбцам, то есть данные в вертикальном виде. Если бы мы выделяли, допустим, методы у нас были написаны в первом столбце, мы выделяли бы построчно, соответственно, группировка была бы по строкам. И далее, labels, то есть берем из первой строки метки, заголовки. Да, берем, ставим флажочек. Теперь величина альфа, это у нас с вами уровень значимости наших материалов. Стоит 0,5, это по умолчанию или величина достоверности 95%, по-разному ее интерпретируют. Вот 0,5 это один из стандартных вариантов, можете уменьшать, можете увеличивать, но часто никто сюда вообще не касается. То есть оставляем так, как есть. Теперь далее. Выводной, выходной интервал, он действительно предлагается на новый лист, да, но мы с вами будем брать output range и устанавливать ячейку для формирования нашего диапазона. Любую ячейку, где справа и снизу хватит места. Вот я беру ячейку уже один. И жмем на ОК. Так. Значит, что мы с вами в результате получили? Мы получили две таблицы. В первой таблице обычные статистические данные. Это счет, то есть количество элементов в каждой выборке. Суммарные данные, средние и дисперсия. Да, дисперсия. Во второй таблице те коэффициенты, которые нам будут нужны для анализа. Ну, во-первых, что такое вот это SS? SS – это сумма квадратов отклонений. DF – это у нас с вами степень свободны, то есть 2 или 12. И, соответственно, MS – средний квадрат. F – это критерий Фишера, рассчитанный нами с вами. То есть вот по этим... Да, Фишера. Да, здесь Фишер берется. Угу. Дальше. P-значение или P-value. Вот это у нас с вами уровень значимости, который нам с вами нужно будет сравнивать с тем, который мы установили при подключении анализа. Для того, чтобы сказать, наша гипотеза верна или не верна. Ну и F критическое, это критерий Фишера критический, который желательно не превышать. Для того, чтобы наша с вами гипотеза была верна. Ну, здесь два разных варианта. Либо берут критерий расчетный и сравнивают его с критическим, если он больше критического, значит, наша версия, наша гипотеза не верна, либо проще всего брать вот это p-значение. Значит, рассматриваем, находится ли результирующие p-значения в пределах того, которое мы с вами допустили, или нет. Ну, то есть, больше или меньше? Больше. Меньше. А, меньше. Мы же предложили 0,05, а у нас 0,05. Да? Вот. Итак, если p-значение меньше того, которое мы определяли, значит, наша гипотеза неверна. А f при этом больше, чем v критическое.
Оно должно быть меньше, чем органическое. Меньше, да, да. То есть P должно быть больше того, которое мы назначали, и тогда гипотеза верна, а F должно быть расчетное меньше F критического. Тут ничего не понятно, у меня вообще другие цифры получились. Совсем другие? Ну, как интересно. Ну-ка, ну-ка. Я, может, что-то не так выделила. Четыре. Да, скорее всего. Скорее всего, вы выделили только значение и сказали, что первая строчка у вас идет как название. Угу. О, попробуйте так, еще как раз. Это нужно поменять? Просто еще раз. А. Анализ. Однофакторный. Окей. Вот, видите, со второй строчки выделяли, а нужно с первой. А-а-а. Чтобы заголовки у нас, чтобы метка сработала как заголовки. Вот как раз заголовочек, он и должен у нас идти меткой. Смотрите, откуда у нас это все взялось. Вот они. Первый метод, второй метод и третий метод. Вот здесь вот. О, вот теперь все совпало. Все, здорово. Очень хорошо. Итак, значит, что мы с вами вывели? Мы с вами вывели, что P значение меньше, чем то, которое мы задавали. И делаем вывод, что нулевую гипотезу мы отвергаем. Принимаем альтернативную. То есть, какой вывод? Продуктивность воспроизведения зависит от метода подачи материала. Презентацию вы потом скинете? А как попросите. Конечно, если нужно, скинуть. Да, скиньте, пожалуйста, а то я все это не запомню. Особенно вот условия, которые... Да, все правильно. Итак, с дисперсионным анализом понятно? Чем отличается однофакторный от двухфакторного? Там мы берем два измерения и, соответственно, сравниваем их попарно. Вот и все. Попарная зависимость такая. То есть как строка от столбца зависит, как столбец зависит от строки. Вот. Итак, давайте рассмотрим следующий вид анализа. Это корреляционный анализ. Значит, в результате этого вида анализа мы с вами определяем коэффициент корреляции или, другими словами, степень зависимости двух наборов друг от друга. Ну, например, какие могут быть задачки? Зависит ли вес человека от его роста? Проблема? Дальше. В чем-то зависит, а может быть и нет. А рост от пола? Тоже в чем-то зависит. Где-то зависит, где-то не зависит, да? Но в зависимости... Анализе. Да, просто. То есть там уже другие параметры. Вот, далее. Что еще можно? Ну, допустим, зависит ли пульс от температуры тела? Зависит. Вот. Что еще можете предложить? Зависит ли пульс от возраста? Угу. Вот. Зависит ли, допустим, количество травм от... стажа работы. Да ведь? То есть чем меньше, чем больше стаж работы, скорее всего, меньше травм будет. Так ведь? Ну, с другой стороны, возраст, да, еще там внимание там, ну и так далее. Ну, то есть какие-то вот вариации таких сравнительных данных. Ну, что мы с вами возьмем? Мы возьмем с вами две задачки. Первая задачка будет такая. Будет дан несколько, как бы несколько человек, будут даны рост, вес, пол и какие-то некие тесты. Какие это тесты, да нам все равно. Может быть, это тесты на внимание, может быть, это тесты какие-то математические, может быть, это тесты на физические там, упражнения и так далее. Все равно. То есть какие-то тесты. И нам нужно будет узнать, есть ли зависимость вот этих параметров. Вот давайте мы с вами опять же решим эту задачку. На листе корреляция. Корреляция 2, простите. Да. У нас есть вот такая табличка. Итак, нужно создать таблицу с расчетом степеней зависимости.
Начало стандартное. Открываем анализ данных кнопочку. Выбираем параметр корреляция. Жмем ОК. И снова. Входной интервал. Это у нас столбики рост, вес, пол. И данные. Верхние столбики тоже. Верхнюю строчку берем. Да. Это будет заголовки потом у нас. Дальше. Группировка по столбцам. Labels захватываем, то есть метку первой строки. Ну и опять же выходной интервал мы ставим куда-нибудь в один из диапазонов. Ну, допустим, в ячейку выведем. Окей. Результатом будет вот такая вот табличка зависимости. Рассчитаны коэффициенты корреляции. Каким образом нам с вами их анализировать? Значит, коэффициент корреляции – это, как бы так говорят, масштабируемый параметр, то есть он находится всегда в пределах от минус единицы до единицы. Если у нас с вами коэффициент положительный, это значит положительная корреляция. Объясню, что это такое. Это значит, что максимальное значение или большее значение первого параметра соответствует большим значениям второго параметра. То есть чем больше рост, тем больше вес, например. Да? Вот. Отрицательная корреляция с однаком минус. Это значит, что большее значение одного параметра соответствует меньшим значениям второго параметра. Ну, например. Обратная зависимость, да. Ну, например, что-нибудь. Если я сдал тест первый на 2, то второй я сдам на 5. Подготовлюсь, да? Например. И наоборот. И если у нас с вами 0, вот здесь вот у нас 0,2, там 0,15, 0,1, то есть очень близко к нулю. Это значит, что нулевая корреляция, ну, это значит, что зависимости вообще нет. Да. Вот, то есть мы с вами уже определили, да, виды корреляции, положительная, отрицательная, нулевая, а есть еще понятие сила. Сила корреляции, вот она как раз зависит от величины этого значения. Если у нас пределы от 0,7 до 0 до единицы, неважно, положительные, отрицательные, это значит сильная корреляция, то есть сильная зависимость. Если пределы от 0,3 до 0,699, ну примерно 0,7, то тогда средняя зависимость. И, соответственно, от 0 до 0,3 примерно слабая зависимость, то есть почти нулевая. Ну вот, какой мы можем сделать вывод по нашей табличке? Рост и вес. Сильная зависимость. Пол тоже сильный. Пол и рост. Средний. Ну, так, средненько, ближе к сильной, да ведь? Вот. А, допустим, сдача теста первого и сдача теста второго. Да. Тест 2 и тест 1 положительные, но слабые. А тест 2 и тест 3 слабые, но отрицательные. Видно? То есть вот по этим значениям мы можем определить степень. Степень зависимости от одного параметра от другого. Хорошо. Давайте посмотрим еще одну задачку. Задачка такая. Есть ли связь между количеством кальция в воде и ее жесткостью? Мы-то знаем, что она есть, да? Но есть, нам нужно ее, это все подтвердить, да? Итак, на листе корреляция у нас с вами тоже есть табличка с исходными данными. То есть это данные исследований. Жесткость воды в градусах жесткости и, соответственно, количество кальция в миллиграммах на литр. Да, вообще тут зависимость невооруженным глазом. Видна, да. Но в любом случае мы это все посмотрим. Итак, включаем дату анализа или анализ данных. Определяем корреляцию. Жмем на ОК. Выделяем исходный диапазон полностью.
метку из первой строки забираем и показываем, куда будет вставлена наша с вами табличка результатов. Так, куда-то у нас ускакала. Ну, допустим, вот сюда. Табличка будет маленькая. Смотрите, какая зависимость. Очень близко к единице. Положительная, чем больше кальция, тем больше, выше жесткость. И почти единица. Очень сильная зависимость. Вопросы есть по корреляции? Все понятно? Мне что-то не так выделилось. Давайте. У меня новая попала. Очищенная. Очищенная, да. Да, у меня. А, да, это все нормально. Это он просто подхватил диапазон с прошлого листика. И поэтому и здесь нужно перевыделять. Да, и здесь. Там, смотрите, еще 51, видите? 57 строчка. В7. А, В7? А, все понятно. Ага. Окей. А, угу. Вот, ну, теперь нормально. Да. Ну что ж, по корреляции тогда тоже все. Давайте будем рассматривать следующий инструмент. Ну, с выводом. Понятно, мы все это сделали, да? И теперь следующий элемент анализа – ковариационный анализ. Он очень похож на корреляцию с единственным «но». Коэффициент ковариации – это… значение его не масштабируется, то есть положительность, отрицательность, да, а значение не от единицы до минус единицы, а может и 900 быть, и минус 230 и так далее. То есть здесь у нас задачка посмотреть, положительная или отрицательная связь, и близко к нулю или не близко к нулю. Вот и все. То есть сильная или не сильная. А на самом деле это поиск среднего произведения, такое закрученное определение такое, среднее произведение отклонений каждой пары точек от их же средних. То есть считается отклонение, умножается, вернее, произведение отклонений вычисляется среднее и сравнивается со средним значением этих пар. Вот так, жестко. Ну, точно так же, как я уже сказала, определяет степень зависимости, не масштабируется. Виды ковариации точно такие же, как и у корреляции. Положительная, отрицательная и близкая к нулю. Что касается задачки. Нужно выяснить, есть ли связь или зависимость между результатами сдачи пар текста, тестов. Вот, таблицу мы берем с вами с листа ковариация. Она похожа на то, что мы делали только что с корреляцией, только исчезли рост, вес и пол. То есть только сдача тестов. Мы будем по парам сравнивать. По парам. Итак, включаем анализ данных, выбираем раздел ковариация, жмем ОК. И все стандартно. Выделяете. Источник. Да, значит, у меня здесь анализ данных не включается. Столбиками. Может, там где-то курсор мигает еще? Нет? Вот. Вы еще в ячейке находитесь, видите? А-а-а. Угу. Все. Вот так. Угу. Итак, исходный диапазон выделили, метку поставили, определили первую ячейку для выходного диапазона. И нажали на ОК. Вот. Если сравнить с корреляцией, значения видите какие? Вот они. Там было 0,83, а здесь у нас 101 аж или 102. То есть значения не масштабируются, но в любом случае они нам показывают. Положительная зависимость или отрицательная, близко к нулю или не близко. То есть смотрите, связь тест 2 и тест 3. Отрицательная зависимость, но очень-очень слабая. Видите?
Минус 5, близко к нулю вообще. Ну, тест 5 там вообще. Ну, тест 5, понятно. Если ты тест 5 сдал на отлично, значит, ты тест 5 сдал на отлично. Да ведь? Вот. А по диагонали вообще исключается. По диагонали, да, вот это вот соотношение теста к самому себя, в корреляции у нас была лесенка единичек, а здесь, ну, очень большие значения. Но в любом случае, смотрите, тест 1 и тест 2. Хорошая зависимость. Высокая, положительная. То есть, если сдал тест первый, сдашь и второй, скорее всего. Ну, то есть, скорее всего, тесты какие-то очень похожи друг на друга и не сильно отличаются. Да, да. А если вот ты сдал тест первый, не факт, что ты сдашь тест третий. Видно? Ну вот, про ковариацию вообще на самом деле очень мало где говорится, скорее всего, потому что корреляции, да, закручены показатели, корреляции бывает, наверное, достаточно в большинстве случаев. Ну да, именно так и удобно использовать. Да, да, ну объяснить, по крайней мере, сложновато, что вы тут получали. Хорошо, ну и у нас остается еще один инструмент, это описательная статистика. Значит, что в результате выполнения этого анализа? Значит, мы с вами получаем таблицу данных со стандартными измерениями или параметрами статистики. Вот как вы видите, здесь таблицы. Максимум, минимум, сумма, средняя, счет, там, мода, медиана, там, стандартное отклонение, дисперсия там, и так далее. То есть все, что можно функциями вычислить, но сразу, быстро и кучка. В общем, все ароматы Франции. Да, все. Значит, ну давайте попробуем выполнить, а потом уже поговорим. Да, а то... То есть, либо 15 формул писать, да, либо один раз кнопочку нажать, сказать, куда вывести и получить уже, радоваться, как говорят, жизни. Ну да, это ж сколько времени экономит. А еще, если у нас много диапазонов исходных, по каждому же диапазону отдельно считать, а здесь он сейчас все сразу нам выдаст. Итак, у нас на листе описательная статистика 3 исходных диапазона, то есть 3 направления: север, запад, центр. И мы сейчас по каждому диапазону должны выполнить вот, вычисление вот этого набора параметров. Открываем анализ данных, выбираем описательная статистика, она идет после ковариации. Жмем ОК. Здесь немножко больше настроек. Значит, что в первой? В первой, как всегда, наш источник данных, исходный диапазон. И опять же, нужно ли нам брать заголовки? Ну, чтобы понятно было, к какому заголовочку, то есть к какому массиву у нас результаты. Теперь далее. Выходной диапазон. Снова показываем какую-нибудь ячейку. И вот дальше смотрите. Без дополнительных настроек внизу у нас ничего не получится. То есть я вот сейчас жму ОК, он говорит, что-то вы не указали. Видите? Значит, что нужно указать? Ну, по крайней мере, мы должны с вами указать, что нам нужны вот эти вот настройки статистики, то есть параметры итоговая статистики. Статистика. Итоговая, да, summary, вот этот statistics. Если мы этот флажок не поставим, будет только основные там элементы, типа уровень надежности или достоверности, и фактически все. То есть мы ставим флажочек, вот эти итоговые статистические данные. Теперь дальше. По умолчанию степень достоверности стоит 95%. Это соответствует альфе 0,05, который мы с вами на первом, на дисперсионном анализе. Да, то есть 5% или 95%, соответственно. Вот. Если хотите, можете поменять, но почти никто никогда сюда опять же не залезает. Да. Что такое установить катый элемент минимальный или катый максимальный? Дополнительно, кроме вот этих всех настроек, которые мы видели вот здесь вот в презентации, да,
будет отдельная строка величина максимального. И, допустим, мы можем сказать не первый максимальный, а второй, третий максимальный. То есть от максимального вверх, да, ближайшие. Отбросить какие-то. Да, максимальный и минимальный отбросить. Вот, ну и точно так же с минимальным, точно такая же история. Вот, мы с вами давайте на этом завершим, то есть ничего менять не будем, жмем ОК и посмотрим, что в результате получили. И быстро, да? Вот, 6 столбцов, да, у нас с вами получилось. По каждому исходному данному у нас вот эти вот характеристики даны. И сидите спокойненько, анализируйте. Вот, давайте рассмотрим, к каким группам параметрам у нас относятся вот эти вот настройки, то есть результаты. Простите. Различают несколько групп показателей или параметров. Первый называется показатель положения. Это минимум, максимум, среднее значение, что там у нас еще, медиана мода. То есть все, что находится внутри диапазона. Далее. Показатель разброса. Сюда относятся все отклонения. Стандартные отклонения, дисперсионная выборка, там интервал, как бы разброс, да, вот этих данных. И есть еще одна группа показателей, которая называется показатель формы. Это фактически что у нас? Форма вот этого нашего купола. То есть есть ли смещение вправо или влево, и есть ли смещение от стандартного вверх или вниз? Да, либо приплюснут, либо вытянут. Да. То есть это как раз вот асимметрия и крутизна, или как она называется, эксцесса. Угу. Вот, все это прямо здесь, вот в этой табличке. Все эти данные мы можем с вами посмотреть. Ну вот, да. Что нам дает вот асимметричность, например, 1,18? Если она положительная, то идет сдвиг вправо. Если отрицательное, то влево. Если она близко к нулю, значит сдвига почти нет. То есть чем больше значение, тем больше сдвиг. Угу. Соответственно, эксцесс, то есть крутизна. Если она равна единице, то норма. Если выше единицы, ну, допустим, там 2-3, пик вверх более крутой, а если меньше, более пологий. Понятно? Вот. Ну, а все остальное, я думаю, что здесь объяснять не надо, что такое средняя, это самая медиана мода. Медиана мода мы с вами уже разобрали. Угу. Да? Вот. Сумма, все понятно. Уровень надежности 95, который мы с вами устанавливали, он тоже здесь показывается автоматически. Ну и если будет интересно, я вам вот эту вот презентацию тоже скину. Здесь есть табличка, которая нам показывает соотношение названий вот в этой табличке и статистический показатель, то есть фактически. Ну, например, что можно здесь посмотреть? Вот у нас есть параметр стандартное отклонение. Это генеральное среднее квадратичное отклонение. То есть немножко по-другому звучит сам параметр в статистике. Mm-hmm. Да? Кстати, вот если интересно, можно посмотреть стандартное отклонение, дисперсия выборки, что-то у нас еще там было. Это параметры, интервал. Это параметры, которые идут не по самой выборке, а по генеральной совокупности. То есть по общей совокупности данных. Остальные по выборке. Настройки. То есть, вот, интересно, могу скинуть. Потому что я скажу вам откровенно, просто я как-то случайно был, не буду говорить, в каком вузе, на предмете статистика, там просто ждал человека, сидел, слушал. Вот все, что вы сейчас за полчаса, ну, почти за час рассказали. Сколько тянули? Где-то было часа на 4. Часа на 4. Ну, действительно, интересный достаточно материал.
Если пользоваться вот этим вот инструментом, можно такие вещи шикарные делать, да? Да. И быстро, главное. Быстро. Это только в 13-м вот это у нас. Да нет, это 95-й версии тянулось и тянулось и тянулось. Просто... Да, здорово. Вообще не с вами узнаем, сколько много долларов. Я рада. Я думаю, что еще и не раз встретимся. Да? 100%. 100%. Ну вот. То есть на сегодняшний, на текущий момент это все, что я хотела вам показать. Вот. Пару слов о том, что ждет меня, может быть, еще кого-то из вас. Но те, кто сидят здесь, уже у меня были, поэтому, значит, ближайшие курсы мои, которые будут вот буквально до отпуска, фактически до середины июня. Вот, кстати, рекомендую, кто еще на Word'е не был, посмотрите Word 2. Прекрасный курс. Просто, знаете, обидно до, до большой степени за тех, кто говорят, а мы Word и так знаем, да ну зачем он иллюзия. Нам? Это иллюзия, потому что когда приходят слушатели на второй уровень Word, и, допустим, даже после первого занятия уходят с таким восторгом, говорят, а разве можно было это в Word делать? Да? И вот настолько проблем меньше становится, тех, кто прошел. Ну, а дальше смотрите. Excel 2. Извините, да. Пожалуйста, я не вправе вам советовать. Да. Мне просто наш аспирант у нас там работает, и он показал, когда вот дипломную работу делаешь, когда вот раз-раз и само образуется это оглавление, и там все эти странички приезжают. Так это в Word 2 все. Да, это да. Потому что, понимаешь, когда про это не знаешь, не догадываешься, что такое бывает. И когда вот покажешь, вообще тоже вот такой. Да, это здорово. Кстати, если будет интересно, да, вот по поводу вот этих же семинаров, у меня еще два в этом году будет, то есть через три месяца, через там еще сколько, да, в августе и, по-моему, в ноябре. В ноябре будет семинар по Word'у как раз. То есть основные ошибки, которые пользователи допускают в Word'е, и как от них избавляться. Вот. Рекомендую. Можете посмотреть по расписанию там. Я по осени активизируюсь, просто сейчас не буду возможности. Отлично. Я сейчас приду, а вот осенью точно приду. Приходите. Ну и, значит, по рекламной информации. Значит, по всем вопросам можно звонить вот по этим телефонам. Если, кстати, если будут какие-то вопросы по данному семинару или вообще лично ко мне, да, по каким-то позициям, можно писать вот по этому адресу на почту. То есть спокойно, без проблем, пишите. Вот. Ну и на этом, наверное, мы будем с вами заканчивать. Благодарю вас за внимание. Если какие-то вопросы есть, можете сейчас. По последней страничке, а можно здесь саму кривую нарисовать? А у нас есть здесь же в пакете анализа, называется инструмент гистограмма. А, угу. Ага. Сейчас, подождите, а здесь подробнее. Я-то думал, что мы должны привязаться будем не через пакет анализа, а вот как обычно. Это обычную диаграмму? Да, обычную диаграмму. Это называется «покажите того, чего не должно было быть». Ну, давайте посмотрим. Вот, есть гистограмма, угу. Жмете «ОК», угу. Берете первый из наших диапазонов. Угу. Вот, только подскажите, пожалуйста, bin range, что там у нас в переводе? Интервал карманов. А, ну, это пока не показываем. Метку поставили. Ну и давайте Парето, что ли, возьмем гистограмму. Вот, да, Парето. Да, жмем ОК. Так, и чего у нас тут? И вот, по-моему, по этим данным нужно построить диаграмму, если я не ошибаюсь. Я, кстати, давным-давно уже с этим не связывалась. Ну, давайте глянем. Если будет просто интересно. Так, по-моему, это у нас идет точечная, вот такая плавненькая. Нет, не похожим. Да. Что-то. Так, сейчас, секундочку. Какие-то нам точки нужно убрать. Ну, кстати, это... Первый это карман, а второй это частота. Вот, что нам да, было. То есть это, кстати, ну они ваш запрос на продолжение...
То есть я, в принципе, не готовилась по остальным, да, давно уже не связывалась с гистограммой, поэтому вот если, опять же, будет интересно, можете написать в почте и сделаем еще один семинар на продолжение вот этих инструментов.